И мать мне говорит: а что вы хотите? Это же ребенок! А я, блядь, готовился к этому разговору. Я говорю: да? Говорю, у меня, если что, двое детей. И мои дети не позволяют себе вот такого, чтобы напрягать людей, которые тем более только что попросили их не напрягать. И эта мать мне говорит: наверное, потому что у вас есть няни. Я говорю: какие няни, блядь? У меня Наташка сама все делает. Она, во-первых, родила, блядь, чуть не сдохла за 35 тысяч ребеночка. Второго перевернула в животе сама. И воспитывает она сама. Она просто любит объяснять, что хорошо, а что плохо. И это плохо. Если вы не можете объяснить своему ребенку, что это делать не нужно, тем более, что я попросил, угомоните нахуй своего выпердыша.